Чем сегодня живет система образования Тюменской области, Владимир Якушев рассказал в Москве главе профильного министерства Ольге Васильевой. Одна из основных проблем для всей страны – очередность в детсады у нас почти решена. Осталось ликвидировать дефицит мест для малышей от 1,5 до 3 лет. Еще одним приоритетом в Тюмени является строительство школ в новых микрорайонах. Учеников год за годом становится все больше. В 2015-м насчитывалось 168 тысяч школьников. За 5 лет прирост составил 16%. Численность первоклассников выросла на четверть. В решении этого вопроса правительство региона рассчитывает на федеральную программу. Также министры и губернатор обсудили планы по реконструкции главного учебно-лабораторного комплекса ТюмГУ и ремонт общежитий Индустриального университета.